Днепропетровская церковь «Дверь в небо» решила по-своему вдохновить детей на новый учебный год. Сделали это они с помощью театрально-кукольной постановки. Яркие необычные костюмы и профессиональная игра актеров привлекла взгляд детей. Церковный кукольный театр «Ковчег» научил детей нравственной заповеди, из которой вытекают все повеления, касаемые как любви к человеку, так и человека к Господу. Наша постановка в этот раз была о том, что мы учили детей золотому правилу. Поэтому на примере наших актеров, наших героев, на примере каких-то, может, негативных вещей, мы назидали наших детей на том, что нужно жить по золотому правилу и поступать с другими хорошо, даже если с тобой поступают плохо. Здесь идет и обучение, и назидание, и мы просто поздравляем детей с этим праздником, мы вдохновляем их учиться на следующий год, чтобы им было интересно, чтобы познавательно было, ну, как бы такое вот небольшое вдохновение для того, чтобы было желание у них учиться дальше. Мне очень он понравился. Спектакль был о том, что было золотое правило, что на золотом, что золотое правило – это всегда поступай другим хорошее, чтобы они поступали так, как ты поступаешь. Бери красивую, бери прекрасную, и бери очень красивую. Понравилось тебе, да? А кто тебе самый больше понравился? Слава, зайчик понравился, и сиська понравилась, и ёлик понравился. Все, да? Ага. В церкви такое мероприятие проходит в начале каждого учебного года. Этот особый воскресный день наставники детского служения назвали Днем Библии. Именно с этой книги, уверяют христиане, дети получают и вдохновение, и любовь, и вообще инструкцию на всю их дальнейшую жизнь. Специально для христианских новостей Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина.